Я верю в Америку. Я верю, что мы лучшие. Я всю жизнь тяжело работала, всегда старалась поступать правильно. Учитывайте это, делая свой выбор. О чем мы думаем на этом конкурсе? Про высокое качество и масло. Боже, храни Америку. Приветствуем на конкурсе штата среди масляных скульпторов. Масло от Элвис – это легенда. В 94-м году масло открыло нам список Шиндлера. Я тогда так плакала, хотя мы и не евреи. Масло дало нам с Бобом все, что мы имеем, и привело нас в политику. Не удивляйтесь, если однажды увидите нас в Белом доме. Твоя комната. Вы сказали, я могу просить все, что угодно? У вас есть масло? Конечно. Тогда мне нужно 100 килограмм. Роуз, послушай, я люблю тебя. Меня зовут Брок. О, боже мой! Какого? Ты хочешь отбить у меня мужика? Послушай, это мой мужик, и я хочу от него детей. Да ну, я так каждый месяц залетаю. Когда ты увидишь, что я для них придумала, ты обалдеешь. Это будет бомба. Боже мой, у тебя новая грудь. Вы когда-нибудь делали масляные скульптуры? Я умею все. Тебе конец. Ты хочешь участвовать в конкурсе, а ты знаешь своих конкурентов? А еще я могу схитрить. Там полно англоподобных вампиров. И ниндзя-расистов. Представляю вам золотую букву. Если вы не в курсе, ее снимали в кино с Деми Мур. Это удивительно, у нее есть все шансы на победу. Вряд ли он сделает что-то круче, чем тачка. Я знаю, ты можешь победить Лору Пиклер. Надери ее белую задницу. Не стоит тебе общаться со стриптизершами. Вы такие странные. Я вас не понимаю. Такую панику устроили. Оу, оу, события года. Зачем это вам? Что? Я сказал это вслух? Ну что, серьезно? Масляная полиция? Круто.